Всем привет, меня зовут Макс Прайм, давайте расскажу про моноинвестиции. Ведь уже прошло 3 дня, первый же день я купил акцию, сейчас только напомню, как она называется. Пока не лайк, ставьте, подписывайтесь. Сейчас даже покажу, как я вхожу. Вот, видно. Думаю, вам всем видно. Поэтому заходим, пин-код вводим. Так, сейчас... Выросла, я так и знал. На моем счету прописки счет. Блин, я хотел сейчас на украинском, блин, записать. Придется мне, наверное, перезаписывать. Ладно, брокерский счет у меня сейчас вот столько. Давайте сейчас немножко расскажу, что это значит и сколько мы сможем на этом заработать. Сейчас у нас по статистике. Вот такая статистика за один год. Именно она упала. Точнее, немножко выросла или упала, ну-ка. Один месяц. Она выросла. Я в плюсе. Но знаете что? Комиссия огромная. Поэтому за месяц... Смотрите на эту статистику. Я купил, когда она упала. Блин, жаль, что нельзя посмотреть. Ну ладно, посмотрите. Она сейчас упала и немножко такой вверх. А это значит, что он скоро вырастет. Поэтому готовьтесь к деньгам, карманам, берите, покупайте. Я вроде название вам показал. Назову сейчас Lehman Test Holdings. Это компания акций. Сейчас она выросла. Я ее, конечно, сейчас не буду продавать. Можно сейчас купить новую акцию. Только давайте так. Так, там что у нас комиссия, $1. Доступны для покупки активов. Актив. Так, ладно, давайте посмотрим всю статистику. Она падает. Так, ладно. Lehman. Компания. Акция по названию Lehman. Hybrid Lehman. Кратце написано Lehman. Специально, чтобы было легче. Так, она сейчас упала. Ладно. Откроется на завтра 16:30. Ох, не успели сегодня. Так, давай выберем фонды. Мне интересно это что. Gold Shares. Она выросла. Смотрите, она стоит, в общем, кратце, это Gold. GLD. 177. Она выросла. То есть, если бы я купил бы акции за $177, я бы вырос. Сейчас, наверное, будут некоторые зарабатывать хорошие там копейки. Это лучше, наверное, чем на депозите, который сейчас делал, снимал ролики. А тут просто нам открыли акцию в монобанке. Поэтому сразу же можно и приступить к инвестициям. Давайте немножко про фонды обойдемся. Какие я фонды не знаю. Вот, именно это знаем. Так, блин, $68. Она сейчас выросла. Вот когда упадет, я и куплю. Сейчас она растет. Акция называется XLE. Вкратце. Про такую компанию я не знаю. И стоит ли туда идти, не стоит, я тоже не знаю. Но фонды. Есть фонд, она может сильно упасть или сильно вырасти. А акция, она по-своему. Компания, это акция, она решает сама. То есть я доверил деньги этой компании, которую я назвал в начале ролика. Так, странные компании, это падают, растут. Ладно, смотрим, значит, наверное, дешевые. Нет, и да, точнее, моя акция самая дешевая. Есть другие акции, некоторые попадали, то есть можно их закупить. Самые дорогие, $5000, некоторые акции упали, было бы $5000, я бы купил и немножко заработал. Или же стоит такое себе. Ладно, мне интересно... Сейчас на счету у меня почти $11, я вложил тоже $11, то есть я немножко отобил, остается 8 копеек, там просто комиссия, даже 8% пишет мне, как будто сейчас я в минусе. Окей, давайте так узнаем, стоит ли мне сейчас инвестировать еще, и стоит ли вам это делать, тоже полезно, в принципе. Монобанк Инвест. Тактика логична. Берете акцию. Именно самую дешевую, как я, в принципе, повторяйте за мной.
Сейчас она вроде бы упала. В принципе, я рекомендую. Это как долгосрочный период. Если до сих пор не верите, посмотрите, за 5 лет она упала. Хотите, покупайте. Хотите, не покупайте. Я ее купил. Все. Фонды я вам порекомендую. ГЛД, сейчас она выросла. Стабильную, так он тоже выросла фонд. По названию XLE. Растет сейчас. В общем, фонды покупайте и акции покупайте. Все покупайте. Так, еще одна стабильно растет. SPU. Она реально стабильно растет. За 5 лет, за 3 месяца тоже такая стабильно. Падает, растет. То есть зарабатываем копейки или по стабильности через 5 лет продаем. Это как сбережение, чем акции. Там всякое такое. А, где же лучше? Напиши в комментариях, если ты знаешь. Так, ладно, акции давайте посмотрим. Но пока себе не купил акции ни одной, поэтому Amazon давай посмотрим. Помню еще Теслу, где ничего купил. Amazon сейчас упал, сейчас растет. Вот если бы я купил бы сегодня, да, то копейки где-то заработал бы 1% больше. 57 долларов, если купил за 3000. 57 долларов. 50 долларов. Зато там косяк комиссии хоть будет долларов. 50 долларов, если вы 3000 долларов уложите, и вы каждый день можете зарабатывать по 50 долларов, если будет такая статистика. Сейчас война, поэтому она такая будет. Поэтому берем, наверное, деньги и вкладываемся. Я тоже должен быть в курсе, надо подумать. За 5 лет просто Amazon упала прямо сейчас. Я не успею купить. Она выросла, растет уже. Как-то уже поздновато, да? 6 месяцев, 3 месяца, 2, 1 месяц. А, то есть не тот период. Ладно. Тесла посмотрим. Она тоже такая классная. Тесла. Так, я не пойму. Давай посмотрим все. Растет сейчас. Ну, она падает. То есть сейчас, наверное, он точно сейчас ушел в минус. Вот, значит, меня смотрим, потому что вы получаете больше. Сейчас, блин, сейчас Телеграм зайти, сейчас можно посмотреть, что он делает. Кстати, у нас тоже есть Телеграм. Напомните мне в комментариях. Я обещаю, что уже буду скидывать и Facebook, и Instagram, и Telegram. Ну, и там личное сообщение пишите. Три социальные сети, где вас не забанят. Instagram, там доступ есть для всех. Telegram. Прям конкретно, там будут просто посты, наверное, по данной теме, в принципе, легко делать. Вау, пост новый. 650 гривен, надбыток и пенсии. Еще одна категория украинцев получает дополнительную на 1 марта. Ну, это новости такой себе. В общем, рассказал, что покупаем, что не покупаем. Непонятно, пересматриваем и смотрим, наверное, мой новый ролик, который я выложу. Нужно только узнать, как концентрироваться свое внимание именно здесь и слушать именно. То есть, это нужно в следующем ролике, потому что сейчас не тема об этом. Сейчас тема инвестиций. Поэтому всем удачи и пока. Так, давай-ка выключу.